«Елочка, гори», – сказал Дед Мороз и сел на велосипед. В Нижнем Новгороде появился новый арт-объект. Вспомнить законы физики теперь можно с помощью велогенератора на площади Маркина. Впервые открытый урок физики проводили Дед Мороз и Снегурочка. За правильные ответы ученики получали не оценки, а сладкие новогодние подарки. Как и все ученые, законы физики ребята проверяли опытным путем. Такая система обучения позволила лучше понять законы даже тем, у кого физика не самый любимый предмет в школе. Троечка, конечно, у нас учитель строгий и довольно-таки трудно все это дается. Поскольку там есть вот цепь, и она уходит в специальное колесо, где образуется электромагнитная индукция, откуда потом еще после электроны поступают по цепи и вот горит. Уникальность этих уроков состоит в том, что в роли Деда Мороза и Снегурочки настоящие школьники. Школьники рассказывают своим сверстникам, как на практике работают изучаемые нами законы физики, химии, как их можно рационально в быту ежедневно использовать на здоровье и на красоту. По словам организаторов, подобные открытые уроки будут проводиться на площади Маркина все новогодние каникулы, чтобы дети провели время на улице с пользой. А велогенератор могут освоить и взрослые. Он простоит тут всю зиму.